Сегодня у нас 5 октября 2017 года. Пришли вот мы с братом тут Никитой копать морковку. Затянули время. Работали там с дамбами, да все. И вот так вот. А лучше погода не обещается. Поэтому решили уж выкопать, да и все ее. Вот она уже у нас. Вот-вот-вот видок идет. Ну что сделаешь? С Божьей помощью как-нибудь справимся. Чего не сделаешь. Вот, а тут у нас шарик тоже. Я взял на прогулку, то не подумал, что снег пойдет. Сейчас он будет тут под снегом у нас. Шарик найдет себе занятие. Ну вот так вот, слава Богу за все. 5.10.2017 года, там мы с братом идем с огородчика, решили морковку выкопать в такую погоду. Вон он идет с шариком. Еле видать его. Вот так Господь послал, какой снег обильный. Целые сугробы нападают, наверное. Вон сколько уже снега сразу прилип. Но он еще может растаять. Так что, слава Богу за все. Аллилуйя.